Здравствуйте, наши дорогие и любимые любители астрологии! Устраивайтесь поудобнее, ведь прямо сейчас вы узнаете, что для вас подготовили звезды на эту неделю. В студии Анастасия Жигальская. Поехали! Дорогие и любимые наши овны, вы на этой неделе получите много важной информации, сделаете ценные выводы и научитесь тому, что обязательно пригодится вам в скором времени. Сохраняйте спокойствие и делайте все, что зависит от вас. К концу недели вам удастся справиться с трудностями. Дорогие, любимые наши тельцы, начнется период вдохновения у вас на этой неделе. Тонкого восприятия чувств других. Активизируются творческие порывы, придут новые идеи. Наступит подходящий момент для создания крупных заделов на будущее. Можно заключать важные сделки и длительные контракты. Начало недели обещает быть легким и успешным для вас, дорогие любимые наши близнецы. На работе все сложится так, как надо. Нужная информация поступит вовремя. Много удовольствия принесут светские мероприятия или встречи с друзьями. А вам, дорогие любимые наши раки, звезды советуют быть особенно внимательными к финансам. Избегайте незапланированных трат. В делах проявите особую инициативность, что укрепит ваш профессиональный авторитет. Не стесняйтесь отстаивать собственное мнение. Деловые вопросы решатся удачно для вас на этой неделе, дорогие любимые наши львы, но потрудиться придется как следует. В начале недели окажется непросто сосредоточиться на рабочих задачах, поскольку вас будут часто отвлекать. Но если вы призовете на помощь здравый смысл, все получится. Дорогие и любимые наши девы, у вас на этой неделе велика вероятность карьерного продвижения. Успех в делах вас окрылит и придаст энтузиазма. Не перетруждайтесь, восстанавливать силы тоже очень важно. Если нужно оформлять документы, эта неделя подойдет для подобных задач. Понадобится все ваше, дорогие любимые наши весы, хладнокровие и сдержанность на этой неделе. Если нужно будет куда-то поехать, закладывайте время с запасом. На работе окажется немало желающих вас отвлечь, перекинуть на вас, например, свои обязанности. Отказывайте всем, кто попытается использовать все в своих целях. Удачное время для отстаивания собственного мнения, выдвижения новых идей, утверждения себя как профессионала, дорогие любимые наши скорпионы. Высоки шансы возобновить старые связи, которые окажут позитивное влияние на ваши дела. Не впадайте в излишнюю самонадеянность, она может вам навредить. А у вас, дорогие любимые наши стрельцы, могут возникнуть внезапные перемены на работе. Неожиданные проблемы придется решать нестандартным способом. Повысится склонность к импульсивным реакциям, обуздать собственные эмоции окажется непросто. Некоторые события произойдут независимо от вашего участия. Дорогие любимые наши козероги, не хватайтесь за несколько дел одновременно, двигайтесь последовательно. Есть небольшая вероятность впадать в иллюзии, поэтому время от времени напоминайте себе возвращаться с небес на землю и следите за расходами. А вы, дорогие любимые наши водолеи, склонны воспринимать все слишком остро, поэтому может быть сложно сосредоточиться на делах. Одновременно с этим наступит благоприятное время для активных действий и достижений ваших амбициозных целей. Отвлекитесь от переживаний и сфокусируйтесь на работе. А вы, дорогие любимые наши рыбы, чтобы привести свои эмоции в порядок, сконцентрируйтесь не на ощущениях и чувствах, а на объективной реальности. Факты дадут понять, что переживать не о чем, а все трудности разрешимы без сверхусилий. На этом все. Только что вы просмотрели весь прогноз для всех знаков зодиака на эту неделю. И, конечно, в конце важное напоминание от меня. Слушайте свое сердце. В студии была Анастасия Жигальская. Всем пока!